Кожаная сумка Валентина. $100 стоит, не знаю, сколько она стоила до этого. Очень эргономичная внутри, с разделением, с карманом здесь, с карманчиками по телефону здесь, с черной длинной ручкой и с замочком с той стороны. И сумочка Крамея стоила 350, сейчас стоит 229. Она интересная. Вот она с замочком, с внутренним карманом, с отделением и еще с одним замочком. Но у нее нет длинной ручки. И две сумочки. Мягкая-мягкая кожа. Margot New York. По $200 они были. Сейчас они по 80. Такая. Мягкая-мягкая. Ну, здесь есть и короткая ручка, и длинная. И с длинной регулируемой ручкой. Вот такая. С карманом здесь очень эргономичная. Тоже мягкая-мягкая. Мягкая-мягкая. И сумка-мешок довольно-таки большая. Donnie & Bourke. За 129, за $130. С плотным режим дном. Красивые у них подкладки внутри. Ну, один большой карман. Кармашки маленькие, одно большое отделение. И нет большой ручки. Но эти ручки на плечо вполне пойдут.